We'll be right back.
Даже здесь живут обычные люди, которые ходят в туалет. Привет. Я думаю, пора показать вам гестхаус, в котором я остановился. Называется он Surf Trips, но на booking.com он обозначен как Dasha Surf. Вот мы входим. И сразу вот такая картина открывается. Я думаю, многие вы со мной согласитесь, что картина эта приятная. Все чисто, ухожено. Прибрано, мусора нет. Здесь вот слева сразу небольшой такой гамачок. Там даже есть доски для серфа. Но, судя по всему, ими давно не пользовались. Лежаки для тех, кому охота позагорать. Такой вот столик. И вот такая вот, я бы назвал это кухней. Это совсем молодой гестхаус, ему всего 2 месяца, как они открылись. И посетителей, видимо, у них было еще не совсем много. Так что все выглядит ново, как будто почти пахнет свежей краской. Пока ездил сегодня на остров Хура, управляющий гестхаусом, его зовут Анна. Видимо, маленько здесь прибрался, пока меня не было. Идем дальше. Это вот такая вот гостиная. Здесь всего 3 комнаты для посетителей. Room 102 и room 103. Это типа обычные номера. Так вот все красиво. Здесь, если появится желание вечером посидеть, поговорить, такая приятная обстановочка. А вот room number 101. Это 100% дармиторий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 кроватей. Но все 4 дня я здесь прожил один. Вот в этом скромном уголке. Укрываясь спальником, который мы купили с ребятами в Таиланде. Спасибо им за это. Такое вот зеркало. Здесь каждый день я вставляю себе линзы. Это какой-то адский ад. И вот такая ванная комната. Ну, я не знаю, как это назвать. Может быть, они не совсем опытные в гостиничном бизнесе. Но я здесь 4 дня живу, здесь нету ни мыла, ни шампуня, ни туалетной бумаги. Все девственно голо. Горячей воды нет, но в принципе я не парюсь. Имеются вот такие вот шкафчики под замочку. Тут можно хранить свои вещи. Это какой-то флаг, но я не могу идентифицировать его. В общем, как-то вот так вот, я прожил 4 дня на Мальдивах. Вот в таких условиях. Завтрак здесь бесплатный. Ну, так, как обычно, не очень обширный. Либо континентальный. Это обычный белый хлеб, пальмовое масло и джем. А еще яичница из 2 яиц. Кофе и 1,5-литровая бутылка воды. Они каждый день дают мне 1,5 литра воды, я не знаю. Может быть, это и хорошо, но я не успеваю просто-напросто это выпивать. Как-то так.